Так, очередной лот распечатаем, выигранный мной на аукционе в Юлике. Этот лот шел целый месяц. Два раза возвращался хозяину и наконец-то попал ко мне. Это удивительно. Такого еще не было, конечно. И хозяин там, вот это первая его отправка была. Короче, уже решили только новой почтой, потому что Укрпочта не захотела. От хозяина уходила, чтобы посылка. Так. Вот это напечатал хозяин. Вот это напечатал. Это же капитан напечатал. И волнуется, как хозяин, так, насчет этого. Так, это у меня деньги с номером. Интересный номер. Вот он. 97-0-97-97. Так, это бумажка. Это у нас купоны всякое. Так, это у нас тут тоже купоны всякое. Это пуговицы. Много лотов у него. Это наконечники. Это у нас тут кусок броши. Так, это у нас тоже купанное больше всего. Это фигурки тут. Фигурки. Это у нас тут наконечники. Это у нас тут крестик. Это у нас тут копье. Это у нас тут, что у нас тут, это у нас крестик тоже снятый, это у нас что, это у нас тут что такая детская монета, вот это все, тут 5 лотов или 6, все выигранное на аукционе Юлики, спасибо аукциону.